Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, какое счастье уже рядом. Ой, девочки, любовь у вас рядом. Любовь или любовная встреча. И, возможно, даже не одна любовное свидание. Во-первых, я тут вижу мужчину, с которым... То есть это не бывший, не прошлый, а мужчина, с которым недавно, где-то, ну, до полугода назад, ну, где-то месяц назад был конфликт. Конфликт, может быть, расстались, поссорились. Вот, да, мужчина очень скучает, мужчина постарше вас. А вот, вот такой мужчина появится, но вы как-то к нему настроены... Очень агрессивная обида, что ли. И еще какой-то мужчина, тоже знакомый. Вот этот мужчина явно из прошлого. Но, скорее всего, с ним не было отношений. Возможно, была симпатия, возможно, были встречи, переписка. Мужчина темненький, темные волосы и темные глаза. Такой... Любит во всем порядок, любит, чтобы все было на своих местах. Вот. Так. То есть, да, я вижу именно две встречи с двумя разными мужчинами. Этот мужчина, кстати, ровесник или чуть-чуть младше. То есть, один старше, другой младше. Ну, оба темненькие. Да. Вот карта говорит, что вернется мужчина из прошлого. Так, с чувствами к вам. Ну, вот этого мужчину, вот из прошлого, вы рады видеть. А вот этого, с которым поссорились некоторое время назад, ну, где-то около месяца, не хотите видеть почему-то. Обида, видимо, у вас. Но разговор у вас все равно с ним будет. Так, еще чего не ждете, а будет тайна какая-то вам откроется, девочки. Тайна, о чем тайна? Что-то там за вашей спиной происходит. Далеко, далеко за вашей спиной. Девочки, ну тут хочется мне вас предупредить. Будьте осторожны с деньгами. Не вкладывайте никуда, не попадитесь мошенникам. Вот, то есть будьте аккуратны с деньгами. Ну и не тратьте лишнее, продумывайте покупки. Вот что тут еще. Здесь больше как предупреждение, да, что может быть что-то за вашей спиной, то, что вы не знаете, и в этом. В общем, может быть обман, поэтому будьте очень аккуратны, особенно ближайшие пару месяцев. Вообще, что касается мошенников, я сама удивляюсь, что я это сейчас говорю, потому что это нужно всегда. Есть специальные каналы, сайты, которые пишут о мошенниках, да, ну, то есть мой канал не об этом. Вот. То есть тут нужно быть аккуратными абсолютно всегда. Для записи на личную консультацию пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру и регистрируйтесь на новый курс искусства сочетаний карт Таро. Научитесь читать любые сочетания любого количества карт. Даже 15-20 карт легко будете складывать в одну единую картину. Ссылочка внизу в описании на курс и в моем в первом комментарии.